Ты его сам позови на растяжку. Не, ну может быть он пришел на рукопашный бой, хочет, да, заниматься? Идите сюда. Парни, подходите, парни, в центр подходите. Все, начинаем разминку. Что это такое? Алло. Алло, здравствуйте. Конечно, а кто это? Это Раскин Михаил, помните? Мишаня, конечно. Я к вам не хожу, по какой причине? У меня была операция на глаз. Мне сказали 2 недели не заниматься ничем. Ой-ой-ой, ну хорошо прошло глаза? Да, прошло, но я не знаю, буду ли я ходить дальше, потому что мне еще должны сделать обследование глаз. Я понял, ну ты быстрее поправляйся, выздоравливай. Конечно, спрашивай. А Руслан с Денисом там есть? А какой Руслан и какой Денис? Так-то много у нас и Русланов, и Денисов. Ну, друзья Тимура. А фамилии ты помнишь друзей Тимура? У Тимура спросите, прошу. Эх, нормалек, ты, в общем, позвонил Тимуру. Тимур дал мне телефон, чтобы я спросил у Тимура. Я даже не могу сказать. Тимур. Шлычков. Шлычков, Руслан? Руслан Шлычков, да? Вот сейчас его на данный момент нет. Есть другой Руслан. А что-то случилось, что ли? Да нет, просто спросил. А, нет, они ходят, но, не знаю, в субботу он вроде приходил, да, Руслик? Он в субботу приходил. Он только потом ушел к другу, кажется, играть в компьютерную игру. Он 2 часа позанимался или 3 часа, и потом пошел к другу. Это не к тебе случайно он пошел? Нет. Нет, ну какую-то они игру очень пошли играть. Так, это ты позвонил сообщить о здоровье, узнать, ходят они или нет. А ты у Тимура не спрашивал? Ты просто зайди хоть, проведай ребят, мы на тебя посмотрим, на самочувствие, на твое. Просто... А, вообще на улицу нельзя ходить? Не заниматься? На улицу можно, просто я сейчас на вот, я понял, смотри, какая штука. Просто это, если вдруг... ну, у тебя Машка как вообще среагировала на все это? В переживаниях? Ну как есть. Мишань. Она думала, что у меня нет вот этой всей фигни, но мы хотели обследоваться, и оказалось, что оно у меня есть. А что за фигня, операция тебе на глаза? Как название операции? Что они сделали тебе? Ну что-то у меня была отслойка сетчатки. Отслоение сетчатки. Есть такое, да. Тебе ее приварили обратно, приклеили, пришили? Да. Ну есть такое. Да, да, лазером, да, наверное, делали? Есть это. Поэтому смотри, брат, послушай меня внимательно. Нагрузку все правильно, на глаза не надо делать. Особенно надо избегать ударов, любых ударов. Ударов об землю, резких прыжков об пол, столкновений. Чтобы не было сотрясений. Ну, хотя бы полгодика. Вот самый тебе. А еще лучше годик. Но занимай... 2 недели можно, а потом... Да, да, я все знаю. Но смотри, какая штука. Иногда врачи говорят 2 недели, они как бы округляют. Ну, для всех, да, уравнивают для всех показатель. Так как ты молодой, конечно, у тебя будет намного быстрее заживать. Но на всякий случай, это знаешь, это как взять какую-то вещь, допустим, что-то сломалось, взять ее и склеить. Но если ее неаккуратно ей пользоваться, то она может повредиться. Так и здесь. Теперь просто надо понимание, что лучше избегать вот каких-то воздействий, ну, хотя бы в течение полугода. Я тебе просто сам скажу, я с глазами уже больше 20 лет это все вот... Прохожу эти все приключения. Делай гимнастику. Гимнастику можно делать и даже лучше. Приходи в зал, не будешь просто лишних действий делать, а, например, сделаешь легкую физическую нагрузку. Но это опять же, матушку с собой возьми и в ближайшее время давай, может, появишься. Ну, хотя бы чайку попьем, поболтаем. Хорошо. Лады? Мишаня, все, быстрее поправляйся, выздоравливай. Тебе от ребят большой привет. Ну и, соответственно, это всем родным передавай привет. Мамку обнимай, скажи, что все будет хорошо. Давай. Все, Миша, да, все, всего доброго. Да, вам тоже всего доброго. Да, благодарю. Тимур, возьми, пожалуйста. Парни, давайте, да, вот этот, Артем, вот всех качни на... А, стоп, секундочку. Поехали, да, Руслан, молодец, 100 раз. Вам 200, Никит, вам 200 для взрослых. Поехали, сотчику. 100 раз подъем корпуса, опускание корпуса, горка, впадинка. Смотрите, какая штука. Сто раз вниз. Вот
вот это вверх, вот одно считается? Да, это считается за одно. Надо 100 раз делать. Будет очень трудно. Никитос, старайся правильно, пожалуйста, делать. Это что? Он что делает? Он делает, как паучок ползает. Ну, ему можно. Ему и тебе, в принципе, вам же по 5 лет, по 6 лет, да, вы маленькие. Поэтому, в принципе, вам можно, не нарушая дисциплину, делать что-то в свободном режиме. Вот это, пожалуйста, упражнение запомните. Это и для стареньких, и для маленьких. Это одно из самых лучших упражнений, которые для общеукрепляющие. Делайте красиво и четко все, пожалуйста, ладно? Я сейчас пойду возьму попить. Только не балуйтесь, 100 раз. Кто закончит делать, если кто закончит делать 100 раз, переходит на упражнение мостик. То есть складочка-мостик. Я сейчас... Тоже 100 раз. Парни, с вашими крутыми показателями, поверьте, меньше 100 раз даже уже нет смысла делать. Володя, можешь так поделать, но лучше вот это упражнение, оно разогревочное, очень хорошее. Если что, слушай бабушку. 100 раз надо сделать. Парни, делаем, делаем, делаем. Я возьму попить, пожалуйста, не это. Ну не балуйтесь, ладно? Давайте я буду бумажные 10 рублей. Ты дашь мне бумажные 10 рублей, а там на 10 рублей навряд ли что-то купить можно. Да максимум 11 минимум. За Русланом? Да. Да. Вот это упражнение, оно колени сгибаться не должно. Да, ну смотрите, здесь зависит от того, что от, например, от настроения ребят. Вот, допустим, Тимур вот так делает. Вот ему. Тимур, прогибай голову наверх, пожалуйста. Парни, еще раз посмотрите на меня. Пожалуйста, еще раз посмотрите. Делайте вот это действие. Тимур. Руслан, дай мне, пожалуйста. Смотрите, вам надо делать четко, чтобы у вас был угол. Прямая спинка, прямые ноги. И четко наклончик. Коленки вот так нежелательно делать. Конечно, если вдруг очень трудно, можно так распластаться. Иногда даже вот так что-то можно сделать. Ну, по идее... По идее, это лучше сделать вот так. Горка в падении, нет. Складочка и мостик. Да, это считается раз, два, это за один раз считается. Тяжело, это будет за один раз считаться. Да, Руслан, потерпите. 100 раз горку в падинку, 100 раз складочку, мостик. Друг другу не мешаем, пожалуйста. Да, все правильно заметили, но просто иногда у ребят настроение такое, вот, каждого постоянно вот, ну, мурыжить. Потом со временем они поймут. Это опять, сам хорошо делают. Разогревочные упражнения, слава богу, что делают. Молодец, молодец. 700 уже у тебя? Уже 700 мне раз? 709. 709? 79. 79. А то он 709. Ты парней, смотри, поразил парней всех. Миша, не залипаем. Молодец, конечно, все. Вот у нас 2 малыша. Володе 6 лет? Вот, и 5 лет. 6,5. 6,5. Ну, вот вы у нас самые 2 малыша, и поэтому надо стараться. Парни, на вас все смотрят. Вы надежда всего Отечества. Так, я возьму попить, пожалуйста. Все, договорились? Ребята, как только это сделаете, складочку мостик. А я уже 50 раз. Или еще. Интернетом поделишься? Я не знаю. Интернетом поделишься? Я знаю, что мне плохо работать. Серьезно? Может быть, ты уже здесь проверял или ты вообще проверял? Бывает такое, у тебя когда тариф кончается? Ну, когда абонентская плата? У тебя какого числа абонентская плата? Каждый месяц. Я понял, какого числа? Я могу тебе просто сказать, обычно бывает такое, в конце месяца пользования они начинают как бы притормаживать интернет. Вот такая тема, вы замечали? Да. То есть как только идет к оплате, они раз медленнее становятся. Это, знаете, такое напоминание? Да они... Плати. А еще могут специально пропускную способность выделять сами операторы. Вот в последний день было 350 рублей. Сложу 50 раз. Да. А
Они любят такой фигня заниматься. Знаешь что, возможно, когда проверял тариф на самом деле. Там бывает тариф проведёчка 105 лет. Я помню, я его не занимал. 50 лет заниманий. Я потом всё отключился, он мне вообще ничего не сказал. Все, парни, пожалуйста, сделайте. Не перенести мои 20 накопленных гигабайт. Не перенести? Нет, собаки. Да нет. Все, сейчас я приду. Вы же делаете. Тебе будет складочка. Артём, поднимись пиндецом, пожалуйста. Кизат, это не? Складочка, мостик, парни. Руслан, ты тоже это подсказывай, если что-то начинает, ну, хулиганить. Средний материал. Да. Вот так? Да, молодец, мостик. И складочку вперед наклончик ты делаешь. Как вот брат делает. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Сильно не выгибай. Все, парни, сейчас 5 минут, подожди. Если доделаете, пожалуйста, начинайте шпагат. 60, мама, на новый раз. Стоп. Он мне еще 10. 10 еще. 10. Давай. Ручки какой?
Покажи печурку. Сам отставай. Он еще маленький. Поэтому ручки у него такие. Ты представляешь, что маленькому мальчику была вот такая рука? Ну, не у этого есть. Какой он сам, такая рука. Сейчас начнется время грязи, пожалуйста, берите с собой сменку. Тапочки или там, или бахилы какие-то, пожалуйста. Иначе она пускать не будет, именно она, кто на входе будет, не будут пускать, будут отправлять за сменкой. Делайте шпагат. Шпагат точите, точите, конечно. Точите шпагат. Точите, ребята, шпагатик. Что точить нам, блин, точить? Точите шпагатик, ну точить это значит внимательно заниматься оттачиванием каких-то действий. Так, ладно, хорошо, молодцы. Сейчас, пожалуйста, все, поделайте статический набор простых действий. Это лягушечка, удержание корпуса параллельно телу, лягушечка, да, да, лягушечка, качельки и крокодильчик. Тихо, хорош. Тимур, парни. Смотрите, слушайте внимательно. Одно предупреждение, помните, 50 отжиманий. Тимур, любые звуки, которые вы будете делать, которые звуки не членораздельные, любые звуки, будет считаться за нарушение. А следующий раз что? А, лягушечка, качельки, крокодильчик. А сколько раз? Смотрите, чтобы лапки качельки. Уголочек можно делать статически. Молодец, Диман. Сколько раз? Нисколько, а надо довести до минуты удержания корпуса, надо до минуты удержать. Да. Пробуем. Артем, взгляд вперед сделай, пожалуйста. Вообще, знаете, классно, если бы, например, ну, в течение минутки хотя бы подержать, можно 30 секунд. Лягушка, у меня самара, качельки, крокодильчик, уголок. Посмотрите, вот вы когда делаете действие, ребят, посмотрите, пожалуйста. Старайтесь, а вот они, посоревнуйтесь, давайте все вместе. Вот вы когда действие делаете, держи, Тимур. Садился в позе. А на самом деле он просто равновесие удержит. Именно, знаете, устает ум. Ум хочется что-то, а тело так ну, особо прям не устает. Смотрите, вы просто когда ставите, постарайтесь положение корпуса прям ровненько делать. То есть натянуть пальчики ног. Конечно, потом. Пласты лежатся. Конечно, получится. А ручки надо напрячь. Надо ручки прижать, надо напрячь их. Все, Миша, терпи. Молодец. Спинку прямую. Парни, все. Сейчас самое тяжелое для меня будет. Это сделать записи. Все. После лягушки вы делаете качельки. Тимур, не просиживаемся. Качельки. Ты забыл, Дим? Да нет, у меня талон просто остался сентябрь. Неси, быстрее, ты принес? Красавчик. Только у меня там еще 30 донесет доступно. Три? Да. Ну, поделишься он с кем-нибудь. С Артемом, с Никитой. Не, вы можете устроить розыгрыш для ребят. А можно, кто сегодня лучше себя поведет, тому и разыграть. У кого ни одного этого, да? Какую колонку? Колонку. Безоплатное занятие. Если сегодня предупреждений не будет, дадим мы занятие. Два участника. Все участники. Все участники, два победителя.
Да, поэтому делаем. Если предупреждение будет, Димон... Решайте шанс, всякий шанс. Решайте Олег Геннадьевич. Не, решайте вы тоже. Как я могу? Ты же будешь дарить. Решайте вы тоже. Логично. Только чтобы никто не обижался. А? Вообще логично. Логично, конечно. Кто будет дарить, тот решает. А моя задача как воспитатель, лишь понаблюдать за вами. Не понаблюдать. А что, это не любовь? Парни, делаем, пожалуйста, делаем. Не-не-не, головой пол не надо стук, кто тебе ничего не сделал. И голова твоя светлая, не знаю. Что я не могу видеть? Да. А вы можете вот так делать и походить? Я не совсем понял, но, возможно, догадался. Я могу. В лягушечку походить? Я могу. Вот так? Ну-ка, кто покажет? Ой, нет. Я могу. Ну, кто покажет, кто кажется. Можно подкрикнуть? Нет. То есть он должен быть такой более семейный, да? Да? Почему? Он делает хорошее действие. А он говорит тебе, он хочет с тобой, наверное, поделиться, Володя. Да? Нет, я хочу, чтобы помощь там, а я делал. А, ну это подождите. Так, парни, крокодильчик получилось у всех? Да. Покажите, пожалуйста. Молодец. Сейчас, подождите. Покажите, пожалуйста, крокодильчик. Я крокодильчик не вообще не люблю. Ну, это крокодильчик, это упражнение статическое. Володь, сделай, пожалуйста. Я знаю, что тяжело, но надо сделать. Я запуталась, что он крокодильчик. А вот, посмотри, ребята. Дим, покажи Володе крокодильчик. Или вот, да-да-да, смотри. Смотри, вот держит. Молодчик. Вот, ну-ка. Ножки, смотри, ножки вместе сделай. Все правильно, вставай, ножки вместе сделай. Тяжело. Ручки смотрите, Володь. Вот слишком близко руки, вот так не делай. Как сделать? Сейчас. Володя, ты познакомься с Володей. Вот смотри, рядом с тобой с Никитой делают. Познакомься, руки пожмите, вы самые два малыша, здесь самые младшие. А как, что ты не представился, как тебя зовут? Представься, как зовут. Тихо. Парни, посмотрите, пожалуйста, еще раз на выполнение удержания корпуса параллельно полу с упором на локтях. Я придумал. Смотрите. А если вот так вот сделать? Мам, я лягушечку поделаю. Да, тогда же проще, Диман, тогда же проще будет делать. Дима, другой. Так просто, подними, тогда же проще будет делать, потому что у нас получается... Я лучше лягушечку поделаю. Для меня лягушка легкая. Как видно, как у вас ног нет. Это одни из асан йоговских, да, это гимнастика. Там из асан каких? Асан йоговские. Парни, смотрите, пожалуйста, внимательно посмотрите. Володь, сейчас все получится. А я ноги не могу. Здесь вам все занесешь. Смотри, вот. Парни, да. Руки надо локотками упереться в пузо. Вот первый момент. Второй момент. Если да, это знаете какая же подсказка? Когда будете держать, вот так можно держать горизонт. Вот так можно держать горизонт. Вот то есть практически так никто не делает, кроме матерых йогурских. Смотрите, Дима, секунду.
Чтобы сделать адекватное упражнение, качельки, да, из них можно в крокодильчика выйти, вам надо первое упереться, встать, головой поставить, поднять ножки. Потом поднять. Да, легко. Да, легко отнять. Потом, допустим, вы ноги разводите, когда, сразу поймете, да, разница. О, это что? А как это называется? Это один из, это вообще все это стойки на руках, статические замирания. Все, пожалуйста, поехали еще раз. Давайте 30 секунд на чемпиона. Кто красивее всех и дольше всех сделает? Все, давай на чемпиона. Артем, ну давай, показывай. Все, парни, все приняли исходное положение. Стоечка на руках. В крокодильчике. Ребят, Володь. Хорош, Володь, парни, хорош. Все, положение приняли. Володь, бабушка это. Бабушка. Не, ну он. А что, как друг, маленький же он. Ну и что? Смотри, чтоб ты не переживал, ты можешь. Тимур. Тимур, хорош. Да, что переживать? Я лягушечку поделаю. Сделай, конечно, лягушечку. Слушайте меня тоже. Через 30 секунд, Артем, ну да, безусловно. Артем, молодец. Кто еще хотя бы приблизится? Тихо, аккуратно. Живой? Все хорошо. Парни, а потом мне надо, чтобы вы сделали уголок стоечки на руках. То есть на полу. Все, Дим, показывай. Вов, повернись вот лицом к бабушке, да. Почему? Почему? Да, вижу. Все, делаем уголок. Вот так проще сделать, да, так проще. Ладно, хорошо. Давайте сделаем уголок, но только ножки, когда у вас будут подогнутые к себе. Вот так. Закрытый горизонт. Нет, вы просто вот так поделайте, подержите, да, вот такой вот. Да, ноги согнутые в коленях. Потом, может быть, вы в горизонт сможете зайти, закрыто, открыто, управлять. Да, только надо спинку прямо сделать. Вов, терпи, все, спокойно. Уголочек, но только с коленками согнутые в ногах, с коленками, с ногами согнутые в коленях, Артем, ты увидел, как я сделал? Смотрите, легко. Нет, ноги под... не так. Парни, ноги подогнутые, вот вы сели. Смотрите, это вот так Артем, надо смотри, сделать. Пожалуйста, вот так. Парни. Руслан, чуть отодвиньте, пожалуйста. Пойдем сюда. Смотрите, вот вы сидите. Вот ну, на руках тяжеловато будет, поэтому вам придется больше выгибать. Вернее, на ладошках. Можно на кулаках сделать или на пальцах. Вот вы сели. И старайтесь удержать. Это сложно? Это трудно, да. И ноги как раз там, под задницей. Поехали. Это... Тяжело, согласны, что тяжело. Все, сейчас я быстро запишу и начинаем турнички. Помните, любое сейчас нарушение, любое предупреждение, 50 отжиманий. А ему можно что ли? Нет, но он хочет делать, ну ребенок, вот всем, кто вашего возраста, это вы двое, вот можно... Если устанете, можно что-нибудь поделать чуть-чуть другое, но с моего согласия. Помните, Дмитрий Сергеевич разыгрывает два занятия. Опять, он будет наблюдать за вами, если кто прям очень плохо себя ведет, ну, конечно, он не получит этих занятий. Но Дима, он молодец, он честный парень, как и вы все. И здесь, по-любому. Здесь некоторые дети вообще на своей волне. Ну, они, Дима, ну, дети, ё-моё, парни. Себя вспомните, когда вам возраст был 5 лет, 6 лет. Себя вспомните. Я идеально себя веду. Идеально? Что ты гонишь? Ты сейчас не идеально себя ведешь. А в возрасте был идеально. Спинку прямо сиди, пожалуйста, Дим. А теперь ладно, теперь уголочек прямой, да, Артем? Молодцы, поехали. Они как-то не достал того времени, как я тарелку задал. Я начал. Никитос, раздай интернет, поделись, братуха. Ты перезагрузи. А у кого безлимитка? А телефон, зарядка много у тебя? Раздашь интернет? Давай, врубайся. А эта камера зачем? Это камера, чтобы бабушка, мама могли посмотреть тренировки. Как ты занимаешься? Вот скажи в камеру, скажи, мама, я привет тебе передаю. Скажи. И мама, и бабушка потом посмотрят вот это вот число. Вот. Мама, я в Ютубе. Оп, мама, я в Ютубе. Молодец. Это что? Мама, я в Ютубе. Все,
все там Никитос раздает. А, Никита все, погоди, сейчас, сейчас проверим. А у тебя какая связь? Билайн, хорошая связь, быстрый. Сейчас, погоди, Никитос. Братан, Никит, Никитка, пока не раздавай, сейчас давай проверим чуть-чуть другое подключение. Сейчас, секундочку, надо что мне делать, подскажи, пожалуйста. Что делаешь? Да. Сергей, я да. Могу на шее попрыгать чуть-чуть. Что? Парни, попить и мыться в туалет. Я на шее попрыгаю. Да, только сейчас. Дим, Дим, а, Никит, покрышечку, вот стоечки уберите от покрышки. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Марк, да. Сейчас, пятое. Точно, да, у тебя безлимитный интернет? А безлимитный интернет? Безлимит, это значит, нет, это значит много гигабайт, он не кончается, точно? Чтобы потом не кончился. Так, я разблокировал. Теперь надо включить Wi-Fi. Да. Правильно? Ну, не Wi-Fi, а это. Как-то. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi надо включить. Ну, а как же? Ты же, мы же по Wi-Fi. Ты точку доступа сделал? Да. Так, молодец. А, сейчас, секунду. Как называется этот телефон? Как его телефон, отыскать? Телефон Samsung. Galaxy A504 181, да? Так, сейчас, секундочку. А, это английский, да, или язык? Дип. Сейчас, секунду. А у меня все стоят обычно 8888 какой-нибудь. Дип 2084. Тебе же не жалко поделиться, да, интернетом? Подключить. Сейчас проверим. Нажмите, чтобы поделиться в сеть. Вроде все. Марк, все, братан, благодарю. Все, телефончик давай мы здесь положим. Вот здесь рядом, только ты запомни. Да. Все, рядышком. Человек-паук появился. Молодец, парни, все. Спокойненько, где этот? Тихо. Лука, братишка, аккуратнее. Да? Ой-ой-ой. Нет, так-то все круто. Лука. Молодец, ну смотри, очень крутой вид, иди сюда. Ну, там вот, знаешь, где давай сделать? Я смотрю, она легкая. Я, наверное, не возьму. Она легкая. Она... Вот месяц пять назад она для меня не подъем оказалась. Сейчас она... Я, наверное, буду за горизонт здесь. Димон, давай. Четыре. По факту это такой... Я горизонт год. Парни, потихонечку расходимся по перекладинкам. Поехали, лесенка. Как вы думаете, помните, да? Ага. А, Никита, на брусьях лесенку. Да, Никита, Дима и Артем. Да. Спокойно. А это на да, на брусьях, да, конечно. Да, быстро подтягивали, да. Миш, парни, парни, внимание, пожалуйста, послушайте меня. Аккуратно. Лесенка. 20 либо отжиманий от брусьев, начинаете первая ступенька, начинаете с 20. Либо 20 отжиманий от брусьев, либо 20 подтягиваний на турнике. Соответственно, детям упрощенные, вам тоже можно упрощенный. С подпрыгиваниями, вам тоже можно упрощенный, да. А потом сколько после 20? 18, 16, разбег в 2. Да. Да, аккуратно, пожалуйста, Марк, аккуратненько. Мать к себе постели, аккуратно. Володь, бабушку только не пугай, ладно? Если ты хочешь попрыгать, ты можешь за веревочкой держаться и попрыгай, конечно. Все, лети только аккуратненько, пожалуйста, аккуратно, помнишь? Еще знаешь, какая просьба? Давай поподтягиваемся. Давай поподтягиваемся. Помнишь же... Полетаешь немножко? Просто маме твои обещали к Новому году 20 подтягиваний, чтобы ты делал. Володь, только аккуратненько. А вот это что за разбежка? Что? Смотрите как. Поддержишь? Руслан, помоги, пожалуйста, иди с той стороны, по самой нижней.
под самый нижний, чуть потяни. Давай, раз, два, три. Взял? Да. Тянем. Под самый нижний бери. Тянем? Все, хорош. Вот, пожалуйста, давай, благодарю. Все, вам вдвоем здесь подтягиваться. 20 раз, 18 раз. Миша. А можно я тоже с ними подтягиваться? Где? На мой, ну нет, для тебя это уж прям это, Марк, маленький уж вообще для тебя. Парни, они же вам не мешают, Марк-то эти. Володь, они же вам не мешают, делайте так. Миша.